Можно, можно, можно. У нас их много собак, они все любят людей. Вась, будешь вкусняшку? Сыр был? Конфетка, конфетка? Вкусняшка. Она вон выплюнула ее, видите? Это она? Она взяла, чтобы не обидеть. Но плюнула. Васаби. У меня одна собака. А сколько ей лет сейчас? Полтора года, она молодая. Поиск в завале и в лесу. А правда, вот то, что вот она у нее нормально. Они такие, да. Я когда начинаю ей больше давать еды, чтобы откормить, самой режет глаз, да? Она отказывается есть. Может, у нее есть какой-то определенный? А? Да. Володя. Вася. Фотку сделай, фотку сделай. Аккуратно, так аккуратно, чтобы не испачкала. Васек, сидеть. Ой, в смысле, стоять. Давай, чекляй, А это моя ручка. Можно я так? Да, да, иди сюда, Васек. Сидеть. Рядом сидят, Чика. А я хочу, чтобы так. Ручку. Как у тебя коляски. Нет, это как же так же. А куда ты сядешь? На корточек. Ну, садись. Вот тебе и так же. Девочка. Девочка. Да, и я тоже. Нет, вернись. А между ними, да, поставь. Сидь. Ждать? Давай, ждать. Ой, ждать. Она там катается. Все, ей некуда там шарики будет. Спасибо. Пойдем, я тебя закрою. Сейчас я другую. Все, пойдемте туда, зовут все. Вот и васаби, да? Как впечатление? Я вам орехов добыл кедровых. Я заметила. Сосновых. Еловых. Крут, да? Крут. Залез на самую высоту. На лестнице, знаешь, как там страшно? Не, я снимал оттуда сверху. Просил, где Володя, блин? Прошу, Володя, залезь, сфотографируй.